Сегодня профессиональные союзы Ленинского района объединяют около 18 тысяч работников различных отраслей. Олег Хромов тоже имеет профсоюзный билет. И с первого дня работы в Ленинском районе он перешел на учет в районную профсоюзную организацию. Поэтому встреча главы района и представителей профсоюзов носила очень конструктивный характер. На встрече обсуждались вопросы, заданные представителями профсоюзов, работников госучреждений общественного обслуживания, здравоохранения, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства и местной промышленности, культуры и агропромышленного комплекса. Также был представлен крупнейший правком, объединяющий сотрудников открытого акционерного общества «Москокс». Главной темой состоявшейся беседы стали жилищные проблемы специалистов социальной сферы. Мы определили квоту первоначальную. У нас первым траншем пойдет порядка 15 квартир. Соответственно, то жилье, которое будет высвобождаться из-под этих сотрудников в виде общежитий, где они проживали, или квартиры меньшие, то мы должны будем, это уже пойдет плюсом, но мы должны замещать теми же самыми сотрудниками здравоохранения. Глава района отметил, что как во всей стране в целом, так и у нас на территории в приоритетном порядке будут решаться вопросы предоставления служебного жилья для здравоохранения и образования. В новом распределении жилья многозначительная роль будет как раз отдана отраслевым профсоюзным организациям. Я абсолютно уверен, если вами будут приняты взвешенные решения, а это, наверное, вот в количестве обращений это больше всего жилищный вопрос, то, поверьте, у нас ни у кого не встанет вопроса, что именно этот человек должен получить первоначально служебное жилье. В обсуждении поднимались темы различного характера – социальная ипотека, летний оздоровительный отдых детей, модернизация системы ЖКХ, вопросы благоустройства и ремонта дорог. А в заключении беседы поступила инициатива названия одной из новых улиц нашего города именем «Профсоюзная». Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».